Алены Каримовой. Такая есть поэт, достаточно молодая, такой поэт, молодой поэт, как мне показалось, фотографии в журнальной, из Казани. Сейчас, одну секунду. Ни смерти, ни любви, ни прочих дел печальных, в пустынях бытия не выйдет сбежать. Но не горюй лишь тем, ты сам себе начальник, болельщик, друг, кумир и полуночный тать. Кому еще прийти своим смешным секретом с бутылочным стеклом и с книжкой записной к себе, к себе, к себе. И горя нет в этом, а только высший смысл и